Конечно, очень мало голевых ситуаций по обе стороны льда. Может быть, чуть-чуть поострее действует СКА, в том числе и в этом эпизоде. Бардаков верхом, и это гол! 1-0 забивает Захар Бардаков. Ликуют трибуны, получилась классная быстрая атака у СКА, и автором гола стал Бардаков. Шестая шайба Захара в этом чемпионате, четвертая при игре в равных составах.